Друзья, всем привет. Немножко спала жара у нас. Пошел дождик, не понял. Ну, не дождик, не дождик, такая-то морось. В общем, пришло время позаниматься с мотоблоком. В общем, что хочу сказать. Сгорел у меня давно, наверное, вот этот вот... что это такое? Амперметр, вольтметр. В общем, сгорел вольтметр, потому что я выключил замок зажигания. И, как говорится, переменный ток его. Он постоянного тока, поэтому... Поэтому как бы ничего не показывал давно уже у меня. Вот. Плюс ко всему прочему, мой датчик, указатель, вернее, температуры, вот этот, вот он что-то на последнее время не показывает. Сейчас, в общем, сниму датчик, поставлю другой датчик, попробую с датчиком его проверить. Может быть, в датчике дело. Вот. Если в датчике дело, то поменяю. Датчик стоит здесь ТМ-100. Значит, стоит вот он в головке. Вот этот вот за место родного краника. Сейчас отключу, попробую. Если никакого эффекта не будет, то есть горячего действия, он ничего показывать не будет, значит, скорее всего, что тогда указатель. Если показывать будет, тогда, наверное, дело в датчике. Буду снимать этот датчик. У меня есть запасной, за одним солью антифриз. Почему? Потому что уже как бы прошло 3 года. Вот видите, антифриз уже какой-то вот такой вот кислотный, покрылся пленкой. Вот, заодно поменяем этот и сделаем ТО. Значит, сейчас что делал? Сейчас, в общем, что сделал? Сейчас поставил электронный указатель. Электронный указатель, в общем, поставил. Уборочка у нас идет тут. Так, сейчас покажу. То есть, за место вот этого родного, где у меня стоял, вот такой вот указатель показал. Вот сейчас у нас температура 24 градуса за бортом. Значит, вставил его, он на батарейках работает, как бы здесь нет системы электропитания мотоблока. Не стал заморачиваться, протянул от него вот этот резистор, щуп, так скажем, да. Вот сюда вот у меня здесь вот было на блоке двигателя отверстие на 6. Я прикрутил болтик, взял от, защелка от рулетки старой. Чтобы вести ее на пояс там или еще куда-то. Вот я ее прикрутил. И вот сюда вот в гофру сделал шланчик. Сейчас вот сюда вот все сделаю его, чтобы он не трепухался здесь нигде. Вот сюда вот его к этому вот хомутикам стянем. Вот. И попробуем провести эксперимент, который мы проводили с вами. Кто видео следил, как-то я делал эксперимент, как подключить датчик температуры к указателю, чтобы все работало. Вот сейчас попробуем. Принесу его, найду. Открутим там болтик и попробуем сделать. Сразу попутно отвечу на вопрос. Человек спрашивал, как подключить из 469-го УАЗика замок зажигания к данному мотоблоку. В общем, парнишка, я, честно сказать, не сталкивался с 469-м УАЗиком. Поэтому я тебе досконально сказать не могу. Вот смотри, замок зажигания здесь имеет 3 контакта. Вот, 3 контакта он имеет. Значит, один идет плюсовой, вот он с левой стороны, вот замок вот так вот ставится. Вот, сразу здесь вот стоит. Вот стоит плюсовой. Затем идет желтый провод. Он идет вот с этого резистора. Вот с этого преобразователя. Как он называется, не знаю. Он идет на правую, получается, клемму. Вот сюда вот он подходит к правой клемме. Вот. Желтый провод. И снизу еще стоит здесь. Так, какой там красный провод, да? Еще один красный провод стоит снизу. Он идет вот со среднего, в общем, гнезда вот этого преобразователя. Вот таким же образом подключается, наверное, и датчик с УАЗика с 469-го. А вообще, как бы, без всяких заморочек, если вот у меня вот на том сделан обычный, вот сейчас покажу на этом. Вот стоит обычный МТЗовский ключ, вот так вот, который делается. Вот, поворачиваться просто. К нему подходят просто 2 провода. Плюсовой и минус масса. То есть ничего там нету. Там 2 контакта и все прочее. Вот на Т40 стоит такой же, но там стоит еще свеча накала, отключается. Поэтому вот. Так вот. Введение нашего эксперимента все готово. Принес стакан с горячим кипятком. Градусов-то 80 точно есть. Сейчас надо туда опустить вот эту вот штуку.
все опустили. Все, она у нас там. Теперь поворачиваем замок зажигания, тем самым подавая. И как видим, у нас ничего не происходит. То есть, скорее всего, вся проблема вот в этом вот указателе. Так, все. То есть сейчас смотрим туда в электропроводке, что-то здесь, скорее всего. В общем, нашел, ребята, причину я неработающего. Температура. Короче, вот датчик ТМ 100B, который стоит у меня, стоял, вернее. Я его начал откручивать, и он у меня сломался вот полностью. То есть я так предполагаю, он давненько сломался, там все выкрашилось в нем. Естественно, сердечник остался там. Вот, сердечник остался там, поэтому просто массы не было. И из-за этого он, скорее всего, не показывал. Но не знаю, сейчас вот метчик у меня был на 14, надо на 16 вытаскивать, выковыривать его. Головку снимать не стал, постараюсь так сделать. Но вот сейчас на 14 сделал, надо на 16 сейчас метчик. Если найду сейчас на 16 метчик, то, значит, будем проделывать буду дальше. То есть вообще сгнило, просто вот слил тосол, не тосол, а антифриз, вот он. Не сказать, что он прям такой сильно грязный, но не сказать, что он прям и чистый. Вот такая вот, короче, беда случилась. Оно выкручивать-то неудобно, оно там снизу стоит, вот, под самым этим вот. Вот там вот стоит отверстие. Оно стоит, правда, не на конус, хотя вот датчик-то конусовидный, но резьба идет у него на конус. Там стоял краник родной, он простой был. Вот такие вот дела. Хотел простым болтом на 16, но здесь резьба, шаг, ну, полторашка, в общем. А у меня болты есть такие только на резьбой 2. Так что вот такие вот дела. Ну все, будем сейчас все равно что-то делать, постараюсь сделать. Чтобы доделать все это дело. Как бы так, ребята.